Здравствуй, Мелисса. Здравствуйте. Проходи уже. Спасибо. Сейчас, подождите, я запишу быстренько. Никина, срочно! Что произошло? Сейчас к нам придет очень важный человек. Мелисс, ну что ты тупишь-то, а? Наконец-то я дома. О, нет! Вам пришло новое сообщение. Ну что же еще может быть? Ах, почему всем так везет? У Марианы есть парень. Да какой там парень? Скоро мужем уже будет. У Наташки есть, хоть и бедный, но зато какая у них любовь. А у меня... Да ёшкин ты кот! Алло, Никина, ты где? Здесь уже человек пришел и ждет тебя 30 минут. Я, конечно, понимаю, то, что ты легла в 4 утра, но люди и деньги ждать не будут. Где ты? Все ясно. Можешь не приходить. Я пошла писать договор об увольнении. Вы увольняетесь? Мелисс, проснись. Тебя увольнять будем. Бегом, бе... Ой, извините, пожалуйста. Блин, ну как-то... Стоп. Никина? Стервов? Да уж, мне Наташка рассказала все про тебя. Черт, Анна Николаевна, простите, пожалуйста, я так больше не буду, правда... Ты мне это уже каждый год, сколько здесь работаешь, обещаешь. О, привет. Я не поняла. Ты здесь что творишь? Никина, прекрати концерт. Опа. Анна Николаевна, вы знаете, как вы меня унизили? Давай, давай. Фух, как я устала. О, здравствуйте, Мелисса. Это кто? Девушка, с которой вы виделись вчера. А, здравствуйте. Мы подумали и приняли решение. Что? В смысле? Так, все хорошо, я поняла. Спасибо, до свидания. Что-то я вообще на самом деле ничего не поняла, но ладно. Да, обязательно новый товар. Анна Николаевна, что ты на этот раз натворила? Ничего, мне сейчас позвонили и сказали, что завтра я улетаю. Назначили время и сказали, что я куда-то прошла. Да ты что, Никина, молодец, моя девочка! Вы меня теперь точно уволите? Дурочка, ты прошла на всемирный конкурс, поэтому ты свободна, едь, собирай вещи и готовься. Хватит экать, давай иди уже. Хорошо, спасибо, до свидания. До свидания, увидимся через год. Стоп, через год? Да я шучу, иди. Да уж, походу, она очень злая на меня. Да уж, что случилось, я не понимаю. Пока, мое любимое рабочее место, я буду скучать. Точно, чуть ли пуговицы не забыла. Не в России нормально, а тут в Лос-Анджелес. Ну, я сплю, наверное. Может, себя ущипнуть? Ай! Нет, теперь я точно знаю, что я не сплю. Все готово. И сниму очки, а то я уже устала в них ходить. Так. О, только не это, Марианна звонит. Алло. Алло, привет, Мелисса. Наконец-то дозвонилась до тебя. Да-да. А что у тебя было, что я дозвониться не могла? Просто телефон тупит. Ну, я так и поняла. Ладно, сейчас увидимся. Что? Блин, это она? О, нет. Привет, Мелисса. Привет. Не ожидала? Еще как. А ты же не в России давно живешь? Я? Да. Сейчас взяла отпуск на работе. К маме решила приехать. А заодно и к тебе заеду, подумала. Ага, я так рада. Я тоже. Ой, ты куда уезжаешь? Я никуда. А чемоданы что стоят? Да так, просто искала одну вещь и... Достала их. Пойдем чай попьем. О, давай.
Ну что, как ты поживаешь? Расскажи, что нового. А то мы с тобой, как универ закончили, так и не виделись. Ну, у меня так на работу устроилась. Парень? Что, парень появился? Какой еще парень? Ты чего гонишь? Ну, нет, так нет. В общем, у меня ничего нового. А у меня, короче, ну вот все. Мне уже надоело каждый месяц по морям летать. Но я своего очень люблю. Он для меня столько сделал. Кстати, мы уже расписались. Уже? Да, и хотим завести ребенка. Понятно. В общем, у тебя все меняется в жизни. Ага. А у тебя, я вижу, нет. Как была заучкой, так и осталась. Слушай, дорогая, вон из дома. Ну, Мелис, прости, пожалуйста. Да-да, конечно, я тебя прощу. Но только не в этот раз и не в этой жизни. Ну, Мелиса, иди к своему Вадику любимому. Ах так, ну и пойду. Ну иди. Ну, Мелис, прости, хватит. Ну-ну. Как она меня достала. Господи, какая она бесячая, так и осталась. Это же надо так. Да как ты бесишь. Ой, привет, стервов. Привет, но давай по имени. А что, фамилия не нравится? Ну, пожалуйста. Ладно, проходи, герой. Что надо-то? Да так, просто ты одна, я тоже один. Подумал, в гости зайти, что ли? Ну, раз так, то окей. А это, к тебе Марианна приходила? Не напоминай лучше. Ну хорошо, прости, а что произошло-то? Ты не русский? Да, а что? Блин, точно. Да ничего, я же сказала, не напоминай. Да, прости. Хватит уже извиняться, ты скоро достанешь меня. Ладно, да прости. Блин, стервов, я же просил по имени. А я просила не извиняться, ё-моё. Ладно, что делать будем? Пойдем фильм посмотрим, может. Пойдем. Ну что ж, время уже позднее. Еще как, иди домой. Да, спасибо за гостеприимство. Пожалуйста, стервов. Блин, Мелиса. Пока. Пока. Да, блин, мне же завтра вылетать, а вещи не собраны. Еще один чемодан. Точно, это же не мой чемодан, синий был. Ё-моё. Так, в этот чемодан я все сложила. Наконец-то все собрала. А теперь спать. О, нет! Входите. Алло, ты что так орешь? Какая разница? Людям все равно на эту работу вставать. Стой. А куда ты? Туда, где тебя не будет. Мелис, я серьезно. Я тоже серьезно. Тебя до аэропорта подвезти? Только быстрее. Так. Ой, давай я чемодан возьму. Ну ладно, как хочешь. Спасибо. Пожалуйста. Так все-таки... Нет, Мелис, ну скажи уже. Я сейчас пешком пойду, если ты не успокоишься. Ну иди. Алло, Мелиса, ты что творишь? Закрой дверь. Я свои слова сдержу. Все, прости, так не произойдет. Надейся, надейся. Мелис, ты чем слушаешь? Я против... Закрой! Ха-ха-ха, видел бы ты свое лицо. А ты бы себя. Я и так себя вижу. Все, выходи. До свидос, стервов. Спасибо за проезд.
Не нужны мне деньги, Мелисса. Ну, ладно. Что? Опа, попался. Черт, Мелисса, забери. Да ты чего, мне для тебя их ни капли не жалко. Они же фальшивые. За что, Мелисса, я это заслужил? За дружбу. Чао. Здравствуйте, извините, что опоздала. Просто чемодан покрасивее моего нашла и захотела купить. А там еще вещи перекладывать. Девушка, проходите. А, да, извините. Здравствуй, Мелисса, ты уже здесь? Да. Так, сейчас через 5 минут уже будет наш вылет. Так что еще немножечко надо подождать. Хорошо. Пожалуйста, все проходите на рейс 112, самолет 1. О, это же наш рейс. Нужно уже идти? Да, конечно, пойдем. Так, все, идем. Фух, наконец-то можно будет выспаться.